Ну такое. Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами я, Иван. Мы продолжаем играть на сервис Матрента номер 3. И напишите, пожалуйста, в комментариях сразу, нормально ли слышно с этим микрофоном, ну вернее не с этим микрофоном, а в этой позиции микрофона. Я подсмотрел у другого ютубера, как он ставит микрофон, и решил поставить себе так же, может вам так больше понравится. А сегодня, как вы поняли по названию ролика, я продал всю свою коллекцию. Это будет серия ностальгии, можно сказать. Я вам расскажу, что почем и как я продал свою коллекцию. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Итак, пацаны, продал я свою коллекцию, можно сказать, 7 автомобилей я продал 9 августа, и 2 автомобиля я продал 10 августа. Продал каждому по-разному, кому я продал очень дешево, а их кому продал еще с хорошей наценочкой, кому продал обменом. Получается, там вроде видео, там где я покупал, вернее, не покупал, а продавал 100 кабан, то не записалось видос, потому что я обменялся кабан на E60 стоковый фул с доплатой 900 тысяч, а потом еще на кабан на E60 стоковый на 900 тысяч, а потом E60 продал за 2,6 миллиона моему подписчику Азоту. Короче, сейчас вы увидите, как я продал все свои автомобили, и узнаете, почем я их продал. Ну, хотя не, я не буду говорить, чтобы вам было там интересненько, посчитайте там, за сколько я ушко всю свою коллекцию продал. Вот, так что давайте начинаем. У меня сейчас на счету 95 миллионов 505 тысяч рублей. И это очень большая сумма, если для меня. Я думал, меня в первый день забанят, потому что у меня был 30-ик, а потом еще, потому что я уезжал, там проценты, вся фигня, а потом продал до вечера и стало 80 с чем-то. Такой, чего? Короче, 95 миллионов я езжу себе на гелике, мне вообще топ. И также хотел сказать большое спасибо игроку Брокер за то, что он мне скинул еще 5 миллионов. Вы потом узнаете почему. Ну, короче, за 5 миллионов тебе спасибо. И спасибо игроку Космос. Он мне скинул сначала 50 тысяч, я говорю. Он такой, типа, пишет, типа, передашь привет в ролике? Я такой говорю, ну, может. Он говорит, ну, 150 тысяч, типа, скинешь, и тогда передам. Я такой говорю, ну, типа, это шутка. Он взял, короче, типа, в каждой шутке есть доля шутки, типа, того. И, короче, еще мне 150 тысяч скинул. Короче, 200 тысяч спасибо тебе большое. Ладно, пацаны, давайте теперь погрузимся просто в прошлое и вспомним, как это все было. Как вы поняли по названию ролика, сегодня у нас будет интересный ролик, а именно покупка данной X5M. Сегодня будет видос, как вы поняли, это мы затюним с вами BMW F90 OMM 005777 от какого-то 27 января. Это моя коллекция. За лимон покупаем. Все, пацаны. Смотрите просто, как она сочно смотрится на данных номерах. Короче, не буду это мить, я хотел взять вот давно очень Charger RT, так что давайте покупаем 2975 беленький салон, 2975, погнали. Короче, пацаны, такой вот Charger у нас вышел. Я купил кабана, короче, покупаем, вот. И просто смотрите, какой сразу стильный кабан стоит. Короче, пацаны, я уже, наверное, месяц искал GTR на фулл обвесе Nismo. Пел уже на виниле фулл Nismo обвесе, это красный карбон, ну, красная эта линия с карбоном. Я когда хочу видос, уже сейчас, Морти, привет.
Также спойлера, это все. Диски, волки, короче, я купил его за 7 лимонов. Гитары прям срочные в белом цвете. А сегодня, как вы поняли, я купил себе BMW M4. Вот, смотрите, фулл тюнинги с дисками, тонировка, это вся фигня. И на таких вот номерах. Ставим, пацаны. С полублата за 8 лимонов мы ставим номера за лимон. Это просто в этом весь Evan и весь вот это YouTube. Короче, здорово, пацаны, с вами Лушка. Мы продолжаем играть на сервере, смотрим тогда номер 3, все как всегда. И как вы поняли, это серийка, где мы будем тюнить нашу BMW M850i. Это та тачка, которую я купил на стриме. Вот она белая, вообще без ничего. Теперь она смотрится прям конфетка. Этот день настал. Я собрал свою полную коллекцию автономеров OMM777. На этом все, пацаны. Ставьте лайкос, если вам какие-то тачки с моей коллекции нравились, теперь вы можете кататься на сервере и найти мои тачки серии OMM, а также можете их себе приобрести. Ну а с вами был Evan, ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, ждите новые серии, ждите новую коллекцию, могу сказать, что один номер из новой коллекции у меня уже есть, так что всем удачи, пацаны, и всем пока.